Итак, приветствую, ребята, вас на канале Guns My Life. Сегодня, как вы поняли, поговорим о самом дешевом травматическом пистолете на базе ПМ. Это Макарыч ИШ-79Т. Прошло полтора года, может быть год, ну примерно полтора года. Настрел на нем. Стреляли мы. Мы стреляли 80 джоуль, 90 джоуль, такими патронами, разными производителями стреляли. Что с ним случилось? Ну, как и ожидаемо, раздуло ствол. Давайте посмотрим, что случилось. Вот эта вот втулочка, она не слезает. Этот и ПМ Макарыч из серии вареные зубцы, то есть не сжатые, то есть тут полноценный ствол, можно сказать, но он не справился. Он не справился с этими джоулями. Вот. То есть он не снимается. То есть втулка здесь вот раздула, здесь зубец, снизу зубец, посередине раздула. Раздула из-за того, что скорострельная такая стрельба была по мишеням. То есть он не выдержал. То есть я не советую его покупать. 2004 год. Этот ПМ. Видно, настрел здесь хороший. Не знаю, как там. 50-60 джоуль для самообороны. Я думаю, это не практично. Я повторюсь, я его таскал. Не только просто стрелял по мишеням, да, в тире, но еще и таскал его для самообороны. Благо он не пригодился. Вот. Ну, то есть за ним я ухаживал, все чистил, но это не спасло. Я думаю, какая причина? Я думаю, что был патрон один неэффективный. Шарик застрял промеж зубов. И следующий выстрел был. То есть шарик раздуло. Тупо, короче, раздуло, ребят. Вот. Это только утилизация, ну то есть стрелять с него. Я после этого сейчас стрелял с него, но я не вижу смысла рисковать там, не знаю, жизнью, там, не знаю, что-нибудь разлетит там, не знаю, в лицо, там, в глаз. Какие у вас очки бы не были крутые, очки вас не спасут, если что-то разорвется, прилетит в лицо там или еще в глаза там, не дай бог, да. То есть в принципе снять эту втулку можно, ну. Смысла нету. То есть это утилизация. Я хочу утилизировать без ручки. То есть ручку родную, ту бакелитовую, я не принесу. Принесу только пистолет без магазина. Тупо сдам его. То есть у меня в наличии еще есть пистолет. Я хочу освободить место для какого-нибудь там Грам Пауэр 12 или еще какой-нибудь Грозы 041. То постоянно тратить деньги вот на такие безделушки, я не вижу смысла. Вот. Это самый дешевый травмат, я повторюсь. Дешевле я не видел. Это 4 до 5, там, до 6 тысяч рублей. Вот такой вот ПМчик я не видел. Вот. Так что, если вам надо чисто попугать кого-то, то в принципе можно и купить. А если для практичности, не вижу смысла. Кстати, здесь задержка по патронам. Пробовал любые патроны. Извиняюсь. Пробовал любые патроны. Любые там, не знаю, новосибирские, там всякие там, не знаю, барнаульские, потом еще всякие там, я не знаю, ну, всякие пробовал. Задержка была только на тех крем, на белых. Не на белых, а серебристых, извиняюсь, да. Только там было два утыкания, остальные штатно все отработали вообще. То есть вот этот ПМ отработал вообще штатно. Очень хороший ПМ попался мне. Вот, что еще у знакомого, он брал не ствол, так называемый стволик. То есть тонкая там сталь и зажата она, сплюснутая. Вот я прикреплю фотографии, там тупо разорвало ствол.
тупо разорвало ствол. Так что покупайте с умом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.